Мы переходим к статистике суммарных ориентировочных потерь противника на сегодня. Вот какими данными поделился Генеральный штаб Украины. Давайте посмотрим. 948 день войны, напоминаю, сегодня. И вот за все эти дни российские оккупационные войска потеряли 650 640 единиц личного состава. Ракетные системы залпового огня уничтожено 1203. Артиллерийских систем 18 733 единицы. Потери в воздухе. Вертолетов у российских оккупационных войск минус 328, самолетов минус 369, беспилотников уничтожено 16 093 и 2610 крылатых ракет не долетели до своих целей. Средства противовоздушной обороны врага 961 единица в минус. Специальной техники 3291 единица. Автомобильная техника 25411. Боевые бронированные машины 17 438 сгорели в полях Украины. Та же участь постигла 8860 танков. Традиционно завершает этот список потери Черноморского флота Российской Федерации. Корабли, катера, подлодки уничтожено в общей сложности 29 единиц. Слава Украине!